Добавляешь песок, добавляется сода пищевая, даже так. А сверху поливается водой с лимонной кислотой. И начинается реакция. То есть это все начинает бурлить, начинает пениться. А еще шпаклевка, текстурная паста, веревка, гипс и стеклянная крошка. Именно такой подручный материал использует в своей работе художница Наталья Ставровская. Картин, написанных маслом, акварелью или графикой, здесь нет. Это объемная интерьерная живопись. Они объединены в несколько разных циклов и отражают в себе философию моего мировосприятия. Они про чувства, про эмоции, про энергию, про пространство. Это кусочек моей жизни. За каждой работой своя история. Например, здесь есть история взаимоотношений и любви, болезни и выздоровления. В каждой картине Наталья сочинила и стихотворение. Через творчество автор выражал свои эмоции. И это своеобразный разговор со зрителем. Познакомиться с экспозицией начинающего автора можно в многофункциональном социальном комплексе «Восход» до 18 марта. Юлия Самошина, Вильфрид Демковский. Новости Химки МТВ.